Утром все было кончено. Ельцин победил. Войска ушли из Москвы. Путч провалился. Члены ГКЧП были арестованы. Борис Ельцин отправил самолет в Крым за президентом СССР и его семьей. Советская государственная система рухнула очень быстро. Заговорщики устраивали ГКЧП, чтобы сохранить Советский Союз. Но после провала путча остановить распад СССР было уже невозможно. Республики, которые до августа 1991 года не приняли декларацию о суверенитете, наперегонки заявляют о своей независимости. Горбачев уже ничем не управляет. Восьмого декабря 1991 года президент СССР знал, что в Беловежской пуще Россия, Украина и Беларусь договариваются о цивилизованном разводе. Но сделать он уже ничего не мог. Беловежский союз оставался союзом трех всего несколько дней. 21 декабря 1991 года на саммите в Алма-Ате уже 9 государств подписались под смертным приговором Советскому Союзу. Соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.